відкрита трибуна. Скільки градусів тепла у вас в квартирі? Я не страдаю від холоду. У мене 20-21 градус. Але у мене автономне отоплення, тому я не страдаю. Але, к сожалению, включити його, як би мені хотілося, я теж не можу дозволити собі. У мене вдома дуже холодно, хоча ще холодів як би і нет. Я думаю, если будет похолодание значительное, тогда вообще будет, ну, просто невыносимо, скажем так. Ну, ничего хорошего, в общем. Ощущаю холод. 16 градусов в квартире, частный сектор. Ощущаю холод, но экономлю. Ну, холодно, прохладно уже. Но точно не могу сказать, но градусов 19, наверное. Может, 18. Ну, без дополнительной какой-то техники, то есть кондиционера там или еще что-то, довольно-таки холодно. По ощущениям, ну, не знаю, там градусов может быть 10-15, где-то так. Температура дома примерно 15-17 градусов, но очень холодно, не отапливается ничего, батареи холодные. Открыта трибуна.